И вот сегодня с громким разоблачением по серии выступил продюсер британской BBC, который отвечал в редакции за освещение событий в Арабской Республике. Рем Далите написал в своем твиттере, что не было никаких жертв в больнице Думы после предполагаемой химатаки, приписанной правительственным войскам. А кадры, снятые в госпитале, постановка. После 6 месяцев расследования я могу без сомнений подтвердить, что сцена, снятая в больнице в Думе, была постановочной. Жертв в госпитале не было. Атака была, зарин не использовался. Но мы должны дождаться, когда ОЗХО подтвердит, использовался хлор или нет. Однако все остальное вокруг атаки было сфабриковано для максимального эффекта. Речь идет о событиях апреля прошлого года, когда в Думе якобы было применено химоружие против мирных жителей. Запад, используя ролик организации «Белые каски», обвинил правительство Асада и использовал это как повод для атаки. В США выпустили по республике более 100 крылатых ракет.